Привет, дорогие друзья! Ну что, мы сегодня приехали в Костко. Опять сделаем покупочки, посмотрим, что интересного. И сегодня мне нужно быстро, поэтому это все будет очень быстро. Поехали! Сегодня я пришла в другой Костко, не в тот, в котором я была последние несколько раз. Тоже все очень хорошо организовано. Мы будем смотреть. Так, тут орешки. Начнем с орешков. Будем смотреть. Хотя, скорее всего, здесь орешки с добавками разными. Там я не буду их брать. Ладно, идем смотреть. Так, здесь у нас мыло по скидке 11,69 за 4 литра. 4 литра. Да. Возьму. Дешево получается. Маски 50 штук за 28,99. Это дешево. Мне предлагали за 60-50 масок. Так что беру маски по одной на человека. Хотя бы вот пусть будет золотой запас. Так, вот здесь по 8,79 уже перемолотые флексит. Я, конечно, их не очень люблю, когда они уже перемолотые, да, потому что они как бы теряют свои там все свойства. Но так как я хочу взять для выпечки хлеба, это достаточно быстро уйдет. Это, наверное, все-таки я не буду брать. Я возьму в семечках, если будет здесь. Если нет, я возьму уже в другом магазине. Кстати, я ищу перчатки. Перчаток пока что не вижу. Прикольно здесь вот это, значит, масла. Вот. Но я не буду брать. И даже лаки продаются. 18 долларов, наверное, это очень какие-то хорошие. То есть это... как бы лак, а это покрытие для лака, набор. Ну, вот эти очень приятные, это фирма очень приятные, сухой шампунь, драй шампунь, я рекомендую, они неплохие. Правда, это вот этот Root Cover я никогда не пробовала лореалевский. Мне кажется, после него волос более, это типа для путешествий, да, тоже, ну, если корень не успел покрасить, но после него волос очень электролизуется и становится более, как сказать, пористым. У меня была клиентка, которая пользовалась, и у нее стал очень пористый волос. Хотя она сама не хотела это признавать, но это так. Так, я в поисках перчаток, и я понимаю, что я сегодня здесь не найду. Так, что это какое-то мыло новое? А, это шампунь. Шампунь. Что еще есть интересного? Мыло. Ладно, идем дальше. 712. Здесь мы красим. Okay. Мы сегодня красим по скидке. Так, мне нужна была пергаментная бумага, но здесь есть только алюминиевая и прозрачная. Нету parchment paper. Ну, все, значит, пойду уже где-то в другом магазине возьму. Понравились штаники и дошки, возьму Adidas. 16,99, 14,16. Вот такие симпатичные. Они вроде как сужаются к низу, но не совсем. Вот ему свежие штаники, а то у него почти все уже выше щиколотки. Вот, возьму черные. Сегодня возьму эти. Неожиданная покупка для меня, но я возьму сегодня кукурузку. Эту мы ее любим, оказывается, детки, Костик ее. Ее иногда так просто выставляю на стол и вместо салата. Кукуруза. Вот интересно, очень туна in olive oil, 10 долларов. Вот такая баночка. 520 грамм. Как говорится, видишь, что берешь. Не видела раньше этой туны, наверное, новенькая у них. Ну, у меня пока консервы есть, я консервные брать не буду. Прикольные шорты для Костика хочу взять. Ларж для него большой, а у них нету медиум, у них сразу смол есть. А нет, вот здесь медиум, я постукаю медиум, потому что мне кажется, смол будет маловат. Что у них здесь какие-то такие размеры, ну, большие. То есть он смол, он вообще медиум, это как, я не знаю, как ларж. Пумовские шорты и такие на лето для дома. Здесь серые с
синие, темно-синие, черные. Черные они слишком черные. А серые слишком светлые. Но если как для дома, пятна сразу будет видно. Вот я думаю, синие как раз в пору. Возьму шортики. Они у нас в какой цене было? 17,99. Только сейчас медиум посмотрю. Так, дальше интересно у нас Chickpea Spiral Pasta. Килограмм. Килограмм вместо $12 за 9. А, вот такая паста. Из нута. Из хумуса. Вот. Ну, мы уже сегодня знаем, что просто можно нут перемолоть, сделать из него муку и лепи все, что хочешь. Ну, дороговато за килограмм отдавать такую сумму. Блин, не стоит этих денег. Это просто потому, что это модно, так дорого взяли. Так, я сегодня возьму, во-первых, перчики наших от халапеньос. Уже закончились. Я их хочу взять. Так. Вот так. И я возьму вот эти перцы. Я их давно хотела попробовать. 5,99. 1,5 литра. Вот такая вот. Вот такие red peppers. Они сделаны на огне. Попробуем их. Давайте посмотрим, где у меня здесь ингредиенты. Вот они у нас. Так. Red pepper. Water, sea salt, vinegar, sugar. Ничего страшного. Так, посмотрим, что это здесь. Протеин. Прекрасно. Беру. Возьму, попробую. Посмотрим, какой у них вкус. Ну вот. И расскажу вам. $22. Вот. Это другая фирма у них появилась. Он желтый, 100% натуральный. Это, вы знаете, clarifying butter. Это... топленое масло уже готовое, 3 паунда, то есть 1,6 кило. Так, во-первых, моя приправочка The Keg Stack закончилась, мы ее берем, 7,99. Так, потом какая-то season salt, что-то интересное. Поняли, что они упаковали. Это обычная соль с приправами. Season salt. Но она в коробке. Коробка красного цвета. Она привлекает внимание. Я думала, это красный перец. А коробка... соль белая, просто коробка такого цвета. Интересно. Это что-то новое. Тоже Buttery Steakhouse. Что это за Buttery Steakhouse? Seasoning. Buttery Steakhouse. Так, что у нас тут в составе? Salt, onion, garlic, butter, flour, spices, red bell pepper, parsley, yeast extract. Yeast extract – это глютамат. Другое название для глютамата. Это я уже выучила, поэтому мы это не берем. Так, ну вроде все. Мне больше здесь ничего не надо. Original blend. Мистер Даш, это просто для супа хорошая приправа. Я ее, по-моему, давно-давно когда-то брала. $7. Не буду брать сегодня ее. Так, паприка у меня есть. Что это? Organium no salt seasoning. О, какая-то приправа без соли. Прикольно. Что здесь, какие ингредиенты? Что здесь, какие приправки есть? Organic onion, organic garlic, organic carrot, organic red pepper, organic red bell pepper. Organic tomato, granules, organic orange peel, organic parsley, organic bay leaf, organic thyme, organic basil, organic celery, organic lemon peel. О май гад. Очень хороший состав. Ну, за $12 обойдемся. Что это, granulated garlic у меня есть приправа? Короче, около пока брать не буду. Almond flour, 1,3 кило за... $19. Вот такая вот штука. Я не буду брать. Я просто возьму орешки. Вот. Какой-то сахарозаменитель. 12,99. Я буду брать просто орехи и перемалывать. Если мне нужна мука, это лучше. И мне еще нужно взять муку сегодня. Так, возьму 10 килограмм.
есть 20 килограмм за 13,49, ну это немного возьму, 10. Я пеку хлеб дома, у меня есть и полная мука, как бы, и белая. Но белая больше используется, потому что кроме хлеба есть еще другие вещи, которые я делаю. Короче, беру двумя руками, поэтому снимать не буду. Ну что ж, так как орешки у меня закончились, вон у меня в прошлый раз были бразильские орехи и семечки тыквенные, кстати, которые были соленые, поэтому я больше брать не буду. А вот беру орешки. Сегодня у нас выбор идет на Элмонд. Миндальные орешки. 17,99. Вот и все. Так, я беру сегодня. Софи. Так. Кофеек. Кофеечек. По скидке. Сейчас все дома пьют кофе. Мы пьем, конечно, и черный завариваем, варим его, но иногда все-таки нужен и этот кофе, тем более, когда он практически в полцены. Скидка. Так, возьмем оригинал хот-дог 69. Какой-то новый. Новая какая-то упаковочка. Хорошо для барбекю иметь, если вдруг решим делать. А ну-ка посмотрим, что тут, из чего оно. Separate chicken pork, water chicken inside. Ну понятно. Главное, что они как бы смешанные, chicken с pork. Это значит, что они будут нежные. Сойдет для этого. Для барбекю супер. Так, мне... Не нужно, так, моцарелла не надо, Филадельфия не нужно. Мне нужен мой сыр. Ой, сейчас он такой дорогой, зараза, стал. Так, вытаскиваю. Вот здесь, ой, божечки, я даже не могу вытащить, мамочки. Вытаскивайся, раз. Так, надо встать на подножку. Два. Сзади видно, как у них так устроен склад. Ой, так, два сыра. Несем. Есть. Два сыра. Есть. Так, все аккуратненько. Сейчас мы еще до мяса дойдем. Чего тут еще интересного лежит? Моцарелла, кстати, дешевле стоит. На доллар. А почему? Про другой сыр, вот и почему. И на что сама спрашивала, просто я не знаю, может как-нибудь возьму эту фету, но это, конечно, мне много, 3 килограмма. Ем я и Габи, мы любим в салат фету. 3 килограмма, 24,99. Но я беру пока маленькие, вы видели, вот в Нофриле я брала маленькие, по полкило. Пока что буду так. Вот, идем дальше. Смеси для панкейков я уже давно не брала. Не знаю, может стоит взять для детей, пока на каникулах делать. Оно удобно, что оно и в вафельницу можно его делать, это тесто. Может я возьму. В принципе, я могу и сама делать. Я, как всегда, могу все делать сама. Ладно, не буду брать. Иду дальше. Так, и беру квакер сегодня. Одну пачку. Обычно мы берем, когда скидка, когда он по 6 долларов и так дальше. Но сейчас скидки нету, поэтому возьмем только одну пачку, так как у меня Костя и Дожа очень много лет едят это на завтрак. Мы без этого просто никак. Так что вот так. О, есть. Этих штук нету для детей, которые я беру, фатис такие, горячие карманы, я их называю, пиццевые. Возьму вот эти чикен чимичанга от Monterey Company, 18,99. Я их никогда не брала, то есть я брала такого плана какие-то вещи пробовать. Но я думаю, что, в принципе, это будет неплохо. Неплохой вариант перекуса. Вот я детям иногда беру, потому что так как сейчас все время все дома, я все время все готовить не могу. Вот возьму. Вот это кофе. Вот в духовочке разогрел. Список, конечно, ого-го, чикен, та-та-та. Вот. Ну, сойдет. Сойдет
маме помощь, как говорится, нормально. Так, нужны мне наклейки, я беру. Хвостики. Так, и моя коляска. Хвостики взяли. Sorry, двигаемся дальше. Двигаемся дальше. Так, а это что? А здесь я не была, я поворачиваю. Это мясно-рыбная. Мясно-рыбная котел. Вот, кстати, хочу вам сказать, мы доели как раз вчера вот эту рыбу я, которую брала. Которая из семейства красной рыбы. Где она? Вот я хочу ее, может быть, опять взять. Так. А сначала я возьму, мне еще нужна курица. Вот. Это вот грудки chicken breasts, а мне нужно маленький chicken breast филе. Вот эти маленькие малышки очень удобные. Очень. Я вот прям их обожаю. Вот я их прямо и возьму. Что-то они какие-то слипшие совсем. Chicken breast филе. Берем. Очень я их люблю. Удобно. Утром выложил пару штучек, приготовил. Выложил пару штучек, приготовил. Так, что у нас тут? Где? Есть ли тут такая вообще рыбка? Атлантический салмон у них есть. 28,99. Какой-то атлантический. У них тут вообще пару штук. Видите, сколько штук? 6 маленьких порций. А какая еще здесь есть рыбка недорогая? Так, кот. Вот у них есть кот. Это треска. 22,99. Кот байт. Хэддок филе. Нет этой рыбки у них, которую я хотела. А нет, есть вот эта вот рыбка. Вот она, 17,99. Да, берем. Это мой фаворит, беру второй раз, так что я вам рекомендую так вытащить. Откуда у меня даже дети обожают ее. Так что берем. Что еще интересненького здесь есть? Так, запотела, потому что люди что-то брали, и оно запотело. Так, скалопы. Все, больше из этого я брать ничего не буду. Так. Люблю, когда нету много людей. Спокойно, ведь сегодня я зашла. Так, поехали дальше. Тауэл возьму. Их закончу. Я сейчас последний так буду брать двумя руками. Я уже отсюда вижу, что вот там вот между рядами очередь за яйцами. Надо стоять опять. Надеюсь, быстро. Так. Возьму вот эти беррис. И смузи сейчас делать. И так мы с Костиком будем охлаждаться вечером. Ну вот. Ягод. Парочку кушать берем. Так, ну что. Я возьму одну пачку яиц. Людей не было. Потому что одна у меня еще есть. Все. Людей нету. Зашла, вышла. Так. Яйца. Так, знаете, мне еще очень-очень рекомендовали вот эту капусту. Raw Organic Shukri. Вот. Она $12 стоит. Но мне так ее рекомендовали. Сказали, что это вообще одна из самых вкусных капуст. У них есть другая, которую я раньше брала, вот эта за 5,69. Тоже неплохая. Но сказали брать эту. Я, короче, не знаю, должна подумать. Меня что, если честно, смущает вот это вот за 11,99. Не знаю. Наверное, лучше возьму вот эту. Сейчас это Роу Чаддер, 18,49, 12,99, и я думаю, что я один сыр заменю на него.
Да, заменю. Более качественный сыр, более некачественным. Так как хочется питаться хорошо, но не всегда хватает финансов, надо что-то придумывать, комбинации. Поэтому вот это я заменяю на это. Вот так, это несу сюда. Холодильник. Смотрим дальше, что тут еще у меня есть интересного. Так, фету я не беру. Но если так разобраться, то вот здесь Shepherd Shipping Octet. Ага, это значит козлино-баранье. Козлино-баранье фета у нас 15,99 килограмм. Вот этот бурсин тоже очень вкусный. Я его как-то брала. Маскарпоне, но мне не нужно. Творожок. Я не знаю. Творог я, наверное, брать не буду. Не надо. Так, здесь у меня что? Сыр. Сыры, ну, я уже взяла, мне не нужны. Так, идем дальше. Произошло что-то неожиданное. Свинина почему-то здесь очень дорогая. Два раза дороже. Я не знаю, что произошло. $12 за килограмм. Это как курица. То есть я пойду сейчас возьму лучше куриную грудку. Ну, возьму сейчас здесь также по 8,49 за килограмм вот такие стеки свиные. Выберу упаковочку, конечно. Это вообще неожиданный разворот событий. Я их буду не жарить, я их просто протушу. Симпатичная камень, не важно, в принципе, какой цвет. Какая большекость. Вот это на $44. Обычно я беру это на 25. В два раза я не понимаю, что произошло. Значит, я взяла уже фарш. Свиной фарш. Вот эти штуки я буду протушивать. Разделю на два раза. Буду протушивать для подливы. Ну и не подливы, как я делаю pulled pork. Сделаю из этого. Пойду куриное возьму. Да, уж цены подорожали. Тут идет истинный выбор. Свинина. Даже вот наши популярные chicken fix стоят в одну цену. Так я, конечно, возьму их. Вот, так что я их беру. Все, с мясом на сегодня закончено. У нас есть мясо, у нас есть рыба. Это более чем достаточно. Пойдем в овощи. Наконец-то здесь никого нет. Я уже забыла, когда не надо стоять в очередь. Так, ну что, здесь есть такой шпинат в пакете за 3,69. Как-то он выглядит так устало. Усталый вид у шпината. У меня есть дома еще немного. Не буду брать его. Вот этот хороший салат 4,59. Кейл продукт. У меня кейл отдельно. Не буду брать. Это все у меня отдельно есть. Что-то как-то, ребята, цены поднялись. Ну, не на все, но поднялись. Так. Вот эти листья салата. Не очень нужно, потому что они есть у меня. Хотя, я не знаю, вот я бы их взяла. Что это, в принципе, основа всего. Посмотрю, как оно. Ну, оно выглядит, ну, не знаю. Вроде ничего. Возьму вот это. Возьму. $5,99. $6 получается. И возьму, наверное, сельдерей. Возьму сельдерей. Он здесь сладенький, чистенький. Вот, сельдерей 4,99. Ой. Вот я это возьму. Так, есть. Есть. Ну что, друзья.
друзья, мы закончили. Идем с вами на кассу. И будем двигаться уже домой. Ну что, друзья мои, мы закончили. Сегодня, конечно, подешевле, чем в прошлый раз. Это, кстати, напоминаю, будет опять покупка на месяц. Не на 2 недели. Я раньше ходила на 2 недели. Сейчас я стараюсь ходить раз в месяц. Нечего лазить лишний раз, как говорится, в магазин. Поэтому это покупочка на месяц. И обошлась она нам. Та-да-дам! $348.80. Таксов на $6, кстати. Да, на 7, считайте. Вот такие вот покупочки у нас сегодня. Сейчас загружаемся. И поехали. Ну что, на сегодня шопинг закончен. Направляемся домой. А я хочу, в свою очередь, всем сказать спасибо. Быть в маске – это огромная жесть. Сейчас жарко, магазины еще недостаточно охлаждены. Просто руки все мокрые от перчаток, лицо все мокрое от этого всего. Я не знаю, как это все будет дальше продолжаться. Это очень тяжело. Но надеюсь, что все будут здоровы, и мы это переживем. Спасибо, что были со мной. Подписывайтесь на канал, спрашивайте ваши вопросы, пишите комментарии, буду рада. Всего хорошего, всем пока-пока, до следующего видео. Bye!